работает. Правда? Ну, конечно, правда. Меня почему-то это успокаивает. Расскажи еще. Он очень ответственно подошел к этому делу. Несмотря на то, что вечер выходного дня, он ни капли не выпьет. Давай. И он не будет заниматься никакими глупостями. Только работой. Правда? И, конечно, правда. Но нужно верить в людей. Да он же не... И в демонов тоже нужно верить. Мы с тобой.
тобою, едем на машине. Прокололи колеса, вот же невезуха. Ну давай врубай музон, будет здесь движуха. Под двором свистят шины, мы с тобою едем на машине. Поменяли колеса, дальше покатили. Этот на полную мы музон врубили. Поздней ночи выходной, ехали домой на машине, накачав музона. И под этот трек хрустели чпари с тобой. Ты сказал, клёвый запах твой, это колонна. Говорит, давай, давай, вот туда двор рули. И меня немного подожди. Ты зашла домой, взяла там то, что надо. Что ты блин, к штанам прилипла плитка шоколада. Подваром свистят шины, мы с тобою едем на машине. Прокололи колеса, вот же невезуха. Ну давай врубай музон, будет здесь движуха. Подваром свистят шины, мы с тобою. Едем на машине. Прокололи колеса, вот же невезуха. Ну давай врубай музон, будет здесь движуха. Под двором свистят шины, мы с тобою едем на машине. Поменяли колеса, дальше покатили. Опять на полную мы музон врубили.